А вот ты думаешь, вот у Игоря. Ну, Игорь, что не видать, а почему не включила? Что там у тебя не так? Посмотри, что не видно. Посмотреть. Ну вот, теперь другое дело. Ну еще. Да я хотела спросить, как вы вчера поздно приехали, что-то я в первом часу слышал уже стук дверей. Ну как? Ну вот как выставим, тогда увидишь. А я не могу выйти на твой канал, там какой-то запрет стоит, без конца выскакивает это. Ну вот мы попали под запрет, так что сделаешь? Там написано, какие-то набирать буквы надо, ты их набирай, и тебя запустят. Лишний раз не перекидывайся с места на место. Ничего там не поймешь, какие там буквы ну, стоят. Ну ладно, ты молись больше. Нормально все было. Встретили кого, там один пацан пристал, там прямо пьяный, лезет прямо в драку. Ну не знаем, ничего не можем никак. А он да... И оказалось, что это Вовка Петеримов. Да ты что? Нахал, безумие полное. Он то ли наркоман, то ли... И что? Никак не отбиться, ничего нет, грозится, в драку лезет и все. Ужас какой-то. Сколько людей там, разных туркменов, мусульман, китайцев. Никто никак. Все улыбаются, и все один озверел, и лезет, и все. Из такой семьи. Он приговоренный. Угу. Нолочка со слезами вчера говорила, со слезами прямо, чтобы... Ну, я позвонил сегодня, с Толей поговорил, он говорит, я ему запретил ко мне домой приходить. Материться, материться. Ну вот. Вот что значит оставить православие и уйти куда-то в небе. Ну, православных-то тоже хватает матершинников. Ну, православных-то было много, и мы Евангелие много раздавали, красных-то. Ну, ни один нигде никак не возник, ни милиция, никто, только вот один он. И куда ни пойдешь, он следом лезет и гадит, и гадит, и гадит. Ужас какой-то. Хватает вот так, хватает меня за это, рвет и... Ой, ужас какой. Ну, какой ужас-то? Ужаса-то нет, мы пришли живые. Ужаса для него. Мы хорошо отдохнули, пришли, помолились. Все у нас нормально. Ну, я сегодня в 5 часов вышла, у вас света нет. Я думаю, ну, они, наверное, поздно пришли, поэтому... Да поздно. Так мы еще сколько сидели тут, перекачивали. Сейчас Сергей все перекачал туда, в Воронеж. Он будет составлять ролики-то наши. Снимали на 2 аппарата в разных местах. А Дыбунов-то был с вами, нет? Кто? Да, конечно, был. Как без него-то, да? А из сестер-то никого не было или были? Да не надо, они не нужны были, там место-то такое. А, опасное, да? Не опасное, но там делать нечего было, потому что одних их не оставишь, а вдвоем идти там как идти? Вдвоем, да. Неудобно. Ну, нормально все было сделано, обдумано. Ну, слава Богу, слава Богу. Все, это теперь мы можем показать, как в Барнауле празднует Новый год. Я молилась, но я ничего не могла найти, чтобы о Новом годе там что-то узнать. Ничего не выходит, и все. Все заблокировано было. Ну, зачем? Ну, не изобрели еще интернет, но еще не помирали же наши бабушки. Да, конечно, конечно. Молитва дороже. Ну, слава Богу за все. Я благодарна Господу и вам, что у вас все хорошо получилось. Да уж как Господь посмотрит. Ну все тогда, отходишь. С Богом, храни Господь вас. Слава Христу. Я это, вареники, Володя, я эти, как их, вареники, не вареники, не а надо ничего, не надо, я манты с капустой, не с тыквой, с картошкой. А? На воде не полезные эти. Они не в воде, на пару, на пару. Выключай.